Здравствуй, дорогой зритель. Поиграем сегодня в Red Dragon, потому что недавно я смотрел сериал «Грозовой перевал», и как-то мне захотелось в это дело поиграть, хотя, конечно, сериал не про то совсем, но тем не менее. Моя последняя серия на канале была про то, как я собирал деку и тестировал ее против компа, но я не помню уже, хотел я внести в нее изменения какие-то или нет, потому что компового противника я уделывал, но я его и со стандартной декой уделывал. А деку я стал собирать, когда я зашел первый раз в сетевые игры. Не совсем первый в такие сетевые игры, где не 10 на 10, где просто мясо бессмысленно, а где люди повдумчивее играют. И весь мой фланг промяли вообще там без всяких... без всякого урона с моей стороны. Я понял, что стандартная дека ни о чем. И стал ее собирать. Вот. В общем, какая-то она собрана, хотя я уже не могу сказать, насколько она была хорошо собрана в тот раз. Но я уже сыграл каток 6 примерно. Вот. И... 5 проиграл из них. Но не потому, что меня сносит, а потому, что рандомы теряют 2 юнитов и бросают игру. Ну, это просто какие-то шлепки натуральные. А вот один раз удалось нормально сыграть. Нас было 3, но все прямо переписывались по карте, ставили маяки, кто куда идет, кто зачем. Все нормально развернулись, потом подтянули тяжелую артиллерию, потом там артой начали прорабатывать места, куда пойдут наступления. В общем, мы сыграли в ничью в итоге. Не победа, конечно, но все равно удовольствие от игры немалое было. Вот. К сожалению, в тот момент я уже не записывал после 5 поражений, когда там все сливались, и выложить мне нечего. Так что сейчас, независимо от результата, я это видео буду выкладывать, потому что другого у меня нет. И сетки, дырки, так что надо выкладывать. Вот, я не знаю сейчас, что получится, не получится, но попробую, даже если кто-то будет ливать, я все равно попробую играть до конца, чтобы тебе было интересно посмотреть. Ну что, вот, кстати, нас собралось уже довольно быстро, вообще в онлайне примерно 1000 человек, я играю где-то там 9, 10, 11 вечера, вот, не 3 часа подряд, а просто в это время стартую, там, когда в 9 играл, когда в 10 играл, когда в 11, вот, и, ну и куда все побежали? Вот, и примерно одинаковый онлайн всегда по вечерам. Там 100-200 игр текущих и там 900 тысяч игроков в онлайне. Где-то минут 5 надо подождать, ну и все свалили, да, надо подождать. И набирается канал, вот эта штука, да, и запускается игра. Я это ожидание все вырежу. И у тебя все быстро будет. А так, тоже по нескольким играм, ну, не очень долго ждать, вполне себе еще играется. Хотя игра вышла в черте когда. Но вот эта карта мне нравится больше, на самом деле. Я против компа на ней играл. Тут где-то в центре город. Потому что это не... Ну, вон он, да, город в центре. И просто ущелье такое. Хотя там сбоку, да, много места для обхода. И вот, но все равно прикольно. Но тоже нету никого. Ну и вот 911 в сети. 170 игр идет. Большие вот эти вот, где просто мясо бессмысленное. В этой я уже зашел. Ну и здесь тоже по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Монолит спрашивает, ты русский? Норм. Ну давай сидеть тогда с тобой до Талова. Чё ж тут делать? Может быть, сумеем договориться как-то в процессе игры, будет поинтереснее. Потому что, когда просто так рандомно мечутся по карте, это, конечно, никакого интереса. Если никто сейчас не ливнет в последний момент, то, наконец-то... Отлично. Игра запустилась. Теперь надо, чтобы те, кто сейчас зашли, не передумали после старта. Так-с. Право-лево. А, моя машинка стоит туда. Давайте я ее спрячу. Куда-нибудь вон туда. Но тут надо до города щемить. Быстрым маршем. Так. Давай смотреть.
танки. Смотрю, очков-то дофига дали на самом деле. Нету смысла в развертывании пехоты, надо танками сразу расщемить активненько. Ладно, пехоту тоже возьму с собой. Вообще, я с пехоты начинал до этого, типа, она дешевенькая, быстренько пришла, закрепилась. Потом уже начинаю тянуть все подряд, чтобы потяжелее, но тут что-то сразу дали много всего, что можно сразу и танков взять еще. Еще 400 очков осталось. Такие условия, что-то прям щадящие. А, все, не дают больше выбирать, потому что я нажал старт. Я бы еще разведку бы раскинул бы. И вон там бы закрепился. Хотя та дорога нам не очень нужна. Вот по вот этой они могут проехать. Вот тут, значит, надо закрепиться, вот эту дорогу контролить. И вот тут закрепиться, вот эту контролить, чтобы они не подъехали. С той стороны они через горы, конечно, могут проехать. Но сейчас тоже туда кому-нибудь разведку закину. Налево-направо. Че там? Атаковать, атаковать. Че, прям до самого этого хочешь атаковать? Ну, надо вот этот город зацепить сколько? По две точки, да? Поровну поделим. Если вот здесь вот установимся, укрепимся, то поделим пополам. И тут будет замес. Ну и обходы с флангов контролить надо. Так-то в теории. Ну, у меня 480 очков, я сейчас вот эту всю историю свою закину вот вперед, прям туда, до центра. Оп. Быстрым маршем. Все, эти погнали, и пока эти погнали, я сейчас разведку расставлю. Вертолет взял, что-то промазал. На самом деле хотел не вертолет, но уже поздно. Хотя можно и вертолет, столько очков. Сюда вертолет тоже повешу. Будем дорогу тут смотреть. Все доломятся туда вперед. В горы стрелы. Так, ага, вон вертолеты вражеские уже идут. Есть у нас? Да, вон едут наши ПВО. Этот ломанулся с Уралами. Есть, заработала ПВО. Моя стрела тоже вон там что-то зацеливает. Выбили немножко. Так, первый вертолет зашел на позицию. Танки мои едут. Туда вон посадим вот стрелков тоже. Смотреть за дорогой. Чтобы не обошли. Так, тут пришли уже. Тут уже пришли высадка. Вертолет крадется. Так, стрелу снесли. А чё так мою стрелу снесли? Высаживаем людей, чтобы их не прибили. Так, БМПХ зря так далеко укатил. Люди, люди, залазьте в дома. Скрежеты что-то не работают. А, это танки, потому что поэтому не работают. Так, нет, скрежеты работают по самолетам. Точку взяли. Ух ты, ух ты, ничего себе, что прилетел такое. Ой-ой-ой. Нафигачили. Подходят танки мои.
На самом деле не очень-то обдуманно все это происходит, потому что много очков дают. Поехали вон с левой стороны, попробуем объехать. Так, танки развернулись. Нет еще. Вот этих разделим. Пучку. Один туда. Давай, давай, вон уходи справа. Один сюда. Мотострелков новых. Сейчас попробуем развернуть. Так, танки там что, готовы? Справа обходит их. И наши идут справа тоже. Хорошо. Где мои? А вон мои две БМПхи едут. Что-то снесли. Танк снесли. Бирюзу сейчас подтянем сюда в горы. Да, у него самолеты вон его щемят. Поэтому нужно ПВОшку. Так, да, смотри, мой танки посносил все, гаденыш. Ну и его меркал сейчас. Ха-ха, нифига, три ракеты пошло и все на мимо. Жесть какая. Поближе пододвинем. Этих не развернул. Вперед разведку. Но он прям нормально, так авиация работает, противник. Много. А, давайте вот этих тоже разделим. По соседним домам разбежимся. Вон туда, беги. И артиллерия у него тоже есть. А у нас где артиллерия? Нету нифига у нас артиллерии. БМПшки едут. Давайте я свою артиллерию тогда выпучу. У меня есть. Три акации. Ну, с флангов пока не обходят, и то хорошо. Основной замес, конечно, в середине тут. А где БМП? Ага, вон едет, который надо высадить. Вертолет. Ну, сейчас он втухнет, я надеюсь. Нет, не дотянется стрела. Очень жаль. На гору тогда катим бирюзу туда. И в охрану ей поставим еще БМПшку. Пехоты. Так, высадка, 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 высадка. Успел? Успел. Высадились мои. Гасим их, да? Чуть-чуть. Да, вон был 13, стало 7 уже. Ах ты! Сожгли БМПшку. Ну их уже четверо осталось. Сейчас мы этот отряд разнесем. Давай еще. Катим. А, самолеты. Самолеты вражеские. Надо выше стрелу катить. Не дотягивается никуда. БМПшку снесли какую-то. Не там. Так, давай-ка вон туда, совсем в горы. Там высадимся и пешочком пройдемся вот туда. Если там никого нету. Куда маяк показывает? Чё ты хочешь? Где ты есть? Атаковать он предлагает. Атаковать. Атаковать это хорошо, конечно, но закрепиться было бы неплохо для начала. А тут его самолеты без остановки месят. Че, взорвали? Мы три стрелков снесли. Где? Не на левом фланге, нет? Вот эти вертолеты задолбали уже. Где моя стрела тянется? Где моя бирюза?
Тянется тоже, да? Сюда Тор куда-нибудь выкачу. Может быть, Тор быстро прилетит. Так, и снесли еще нашего. Нашу эту снесли. Снова прикатим штабную машину. А, и танки. Тут он все разбомбил своими вертолетами. Еще нужны новые танки. Блин, он теперь достал до моих стрелков. Туры. Завязло в грязи. Фиг кто поможет. Моих тут гасят вовсю. Акации приехали. Акации приехали. Огонь акации. Стрела, ну чё ты? Вне зоны видимости. Да ё-моё. Скрежет. А, это не скрежет, это БМП. Все, вот сбили наконец-то. Бирюза, поднимайся, поднимайся на гору. На самую. Задолбал он летать тут. Еще одна бирюза едет. Не могу там разворачиваться, пока меня фигачат. Так, ну-ка, стоп, артиллерия моя. Потому что я уже тут приехал сам. Нас ГРУ развернули. Прилетели мои вертолеты, огонять уже тут некого. Такс. Вот эти. Высаживаемся. И вон туда, вон крадемся. Такс. Есть бирюза. БМП снесли вот эту, наверное, да? Да, вот эту снесли. Но забрали мы один квартал. Пододвинем, давай, вертолеты. Опять он работает артиллерией. Молодец, конечно, да. Наши что-то артиллерии пренебрегают. Так, танк. Танк, теперь беги куда-нибудь. Чтоб тебя не прищучили. Так, ну дочку забрали. Давай-ка вертолетами. Потерял танк, да, потерял танк уже. Сейчас вражеский танк заберу, я надеюсь, за это. Бирюза есть там. Этих высаживаем парней. И здесь тащим вторую бирюзу. Гонять его самолеты. Так, пехота пошла. Все, пехота ушла. Так, там не вижу противника пока что, да? Пока не вижу. Подтянемся поближе, начинаем захватывать ту штуку. По бирюзе работает. По бирюзе, уходи. О, подшибал вертолеты. Я что-то был уверен, что это артиллерия. Нет, это не артиллерия. Вертолеты потерял свои, прощелкал. Почему у нас 0 очков, у них 100 очков? Мы держали точки столько же, столько они. Здесь поставлю БМПТ для прикрытия. Так, нельзя вот сюда. Потому что они, смотрю, крадутся уже. Пехота их. Где-то вон там шарится. И вон там шарится. Да, он обходит нас слева. Но мы вот тут его ждем уже. Мы вот тут ждем. И идем вон туда. Так, я отправил БМПХ. Где она? Вот она едет. Вот она. Ой, уже туда не надо ехать, уже надо вот сюда ехать. Сейчас успеет, а надо доскочить. Что-то последний мотострелок остался уже. Сейчас вот этот вот возьму. Район, квартал. Выстка, выстка, выстка. Начинаем фигачить. Да, тут все разнесли уже.
И Бирюзу снесли мою на правом фланге. И вот тут еще снесли мою охрану, которая была тут у меня. Я все это просмотрел благополучно. Заканчивается топливо. Так, ну дорога свободная, надо взять танков и просто отправить танки вон там слева. Так, как это сделать-то, чтобы... Ой. Сюда выкинем тоже. Надеюсь, они по дороге поедут. Что у нас тут? Все, мы тут позахватываем. Замес сплошной такой идет. Конкретный замес. Это я тоже долбану. Вот сюда вот куда-нибудь артиллерии. Вот так вот. Работаем по ним. Опять самолета его. Так, а вот же Тор. Нифига он не дотягивается, что ли? До самолетов. Почему ты не дотягиваешься-то? В недосягаемости. Ближе давай тогда. БМП снесли. Так, БМПТ моя подходит на правый фланг. Вступает в бой. Ух ты, да тут много народу-то оказывается. Ну-ка, давай-ка вот сюда. Артиллерия начинает фигачить. Да, прям вообще дофига. Он сейчас арта, я надеюсь, ввалит туда. Где она есть-то? Ага, все, целится. Сейчас начнем дубасить тогда тот край. Так, вон там он вражеская артиллерия. Ух ты, все нам снесли вообще тут. Он, по-моему, своих снес заодно. Нет, вон танк есть еще его. Что-то горит, моя артиллерия, видимо, стала... Да, начала моя арта гасить. Что-то еще ракеты. В недосягаемости. Сколько дальность-то у Тора, я не пойму. И снова его самолеты летят. Ну, Тор, сбей хоть кого-нибудь-то. Так, забили мою бирюзу. А, ну вот он, подкрался, гаденыш. Угу. У меня вообще тоже какие-то были самолеты. Так, дальность против самолетов, да, 800, дальность против самолетов, дальше... Вот, у меня есть МиГ-31М. А мне кажется, не хватит топлива у этой истории. Ладно, вставай сюда. А танки я сюда отправил, да, вон, подъезжают танки, сейчас... Вон там, где артиллерия, сейчас в тыл ударим. Снесем артиллерию. Тор, ну что ты? Нифига вообще, да? Цель закрыта. Так, а он перешел через горы. Гадский гад. Ну, Тор, вот смотри, прям цель закрыта, цель закрыта. Чё ж тебе надо-то все? О, сбил.
общем, ему плохо тут стоять, его надо уводить отсюда, вон туда, в поля. Толку нету. Здесь наши бьются вертолетами. Уничтожили. К минимум один, два, три. Все вертолеты позбивали. Так, сейчас еще туда подбросим. Потеряли, блин, точку. Ой, мы вообще тут все потеряли. А где все силы-то наши? Парни, вы где все есть-то? Почему никого нету? А, он здесь расположился, да? Пока отвлекся я, уже там и снесли. Так, давай роботов тогда. Танки мои вышли. Но что-то не могут справиться ни с чем. Есть, один уничтожили, отлично. А на правом фланге тоже все разнесли. Смяли нас. Так-то вообще промяли. Там есть наши танки, да? Пойдем вжарим. Туда прям. 75% времени. А у нас 0 очков до сих пор. Ну, вот как-то так, да. Вроде бились. А толку никакого. Тор, три ракеты еще. Ну давай. А, вон пошла ракета. Мимо. И снесли, да. Два самолета он не взял. Так, а мой самолет тоже. Что-то я уже его не вижу, значит, его тоже уже сбили. А тут у стрелы закончились ракеты. Фиг подвезешь, да, их? Сюда. О, пришла пехота, которую теперь там тоже уже никому останавливать. Спецназ крадется наш тоже. Так, он взял четвертую точку. Сейчас у него еще быстрее пойдет время. Катя пуляет куда-то. Нормально пуляет. Так, а вот и противник. А у меня закончилось топливо. Надо было грузовики отправлять. В комплекте. Вообще 0 очков. Но это, конечно, жесть. О, стрела сейчас кого-нибудь сшибет. Есть. Да, все, сбил вертолет. Гачили. Дельта Форс. Так, Урал, который вез ракеты. Все, не дотянули. Не дотяну. Нет, я тут еще. А Урал все еще едет. Ну вот как-то всегда побеждают синие. Я не знаю почему. Может быть, я настолько плох, что из-за меня одного команды 3 на 3, 4 на 4 не могут выиграть.
пожар. Ну, смотрите, танки-то едут, едут еще. И застряли в грязи, больше не едут. Отрезать им снабжение, но за 40 секунд, минуту 40 уже мы, конечно, ничего не сделаем. Даже если мы там прокрадемся и отрежем им снабжение, уже поздняк, конечно. Конкурс. Все. Все, да, совсем, совсем кончилось топливо. Ну, вот такая вот миссия. Победить опять не удалось. Так что... Я даже не думаю, что тут дека что-то поменяет, если я переделал что-то в своей деке. Единственное, может, бирюзу поменять на эту самую, на тунгуску. Хотя, смотрите, нет, бирюза вот вертолет сбила, например. Что бирюза с РЛС... Мне кажется, ее самолеты гасят, которые наводятся на РЛС. А может и нет. Не знаю, ну, в общем, как-то так. Пиши комментарии, подскажи, что сделать, чтобы, наконец-то, красная сторона начала выигрывать, если разбираешься в игре. Давай посмотрим по статистике, что там вышло там. Где я там? Вот он, я. Потери 2800. А урон 1000. Меньше всего урона я нанес, надо же. Ну и потерь не так, чтобы больше всех. Хотя просто значит, что мои войска меньше вступали в бой. Ладно, напиши, что пошло не так. А, ну что пошло не так? У этих пацанов он в теории рядовой написано. А у нас вообще нет такого звания. Поопытнее просто противник, видимо. Вот что пошло не так. А может быть и в деке мне стоит что-то поменять. Возможно, бирюзу надо на тунгуску, чтобы РЛСные самолеты не гасили ее прям так. Потому что, мне кажется, ее сбивают очень быстро. Стрелу так не сбивают, но она сама по себе не очень. А это что-то прям как-то не набивает, по-моему. Скрежет, игла. БМП, БМП. Ну, акации, кстати, нормально набили. Хотя пару залпов всего ими дал. А танки что-то не особо. Нет, вот одна бирюза, всего один. Один самолет всего сбила. Наверное, да, бирюза не фонтан. Может и фонтан. Пиши комментарий, ставь лайки, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить прохождение разных стратегий. Спасибо за просмотр и пока.